Приветствую всех на своем канале. Вот и начался сезон рыболовства. Открываю его сегодня. Значит, середина мая. Погода чудесная. Правда, мошкара и комары просто зажирают. Без средств просто каких-то невозможно выходить из машины. Вот еду на свое первое место. Сократил я, в общем, все это ловушечное дело в 3 раза. Было 30 ловушек. Оставил всего лишь 10 и буду ставить только по своим проверенным ежегодным местам. В общем, сейчас, в принципе, все покажу. Будем надеяться, что поймаем. Новых мест искать не буду. Нет ни времени, ничего. А те ловушки, которые сократил я просто их делаю как облетники и делаю отводки. Так, конечно, проще все это. Как говорится, пчелу не надо лазить, не проверять. Ну, как говорится, рыболовство — это просто как вот охота, рыбалка. Просто так, для души. Вот такое вот дело. Все, необходимое для установки ловушки взял. Рюкзак. Вот, значит, место подготовленное. Ежегодное. И еще одно на дереве. Вот сейчас быстренько установим и поедем дальше. Первое готово. Как я говорил, место замечательное. В общем, буквально 150 метров отсюда вот начинается луг. И там река где-то в километрах 2 отсюда. Вот. И направляю литком именно на луг. Эта ловушка ежегодно клюет. Вторая ловушка двухъярусная готова. Вот мы примерно в метрах 6 от земли. И направляю, ну, практически тоже к полянке. Вот. Хорошо устанавливать ловушки на места, которые уже подготовлены. Времени это много не занимает. Вот буквально 3 минутки, и у меня она уже стоит. Все, поехали на другое место. Вот так вот мошкара и комарье ждет на улице. Только открой дверь. Второе место вообще решил не заморачиваться. Ну, оно у меня давно работает. Вот, значит, дерево. Вот сразу пошел луг, поле. В этом году не засевали его. Вот, сейчас поставим. Эта ловушка рабочая. Как видите, он запрополисован. Литок сделал 2 литка. И стараюсь все ловушки ставить по своим местам. То есть конкретно места были подогнаны под них. Поэтому вот ее четко поставил, она четко стала, и все. Вот. И так, также все ловушки. Вот, пожалуйста, красота какая. Литком вдоль этого поля направил. Ну все, поехали дальше. Здесь такое замечательное место. В принципе, 2 ловушки будут стоять на дубе. Вот, значит, красавица ловушка двухъярусная, тоже уже не раз работавшая, на дубке стоит и выходит на луг. И вторая сейчас тоже поставим. Вот вторая ловушка на этом месте, тоже на дубке. И главное получается, что она вот в принципе на уровне меня. Но без лесенки туда не заберешься, потому как вот с обрыва стоит дуб. А я на возвышенности, и все это идет на полянку. Ну и там и сад тоже. Вот такое замечательное место, тоже клюет каждый год. Здесь место болотистое. Вот прям болото вот это вот. И вот здесь, на ольхе, тут ее заросли, поставил буквально рядышком ловушки. Всегда я здесь ставлю. Вот, ну, всегда работает. И направлением вот на это болотце, потому что оно будет позже цвести очень хорошо. Вот так вот. Ну, осталась 1 ловушка. Еще одно замечательное место. Вот поле. В том году была кукуруза. В этом непонятно что, но перепахано. Возможно, засеяно. И буквально вот метров 5-7 и клен. И на клен поставил ловушечку с 2 литками. Ну, в принципе, все. Это было крайнее. Ну, вот и все. Самое сложное позади. Значит, 8 ловушек установлено. Осталось 2.
но это совсем в другом направлении. Ловушки проверим в конце мая. Если будут раи в конце мая, то, возможно, это очень хорошие раи будут. То есть по силе такие мощные, можно сказать, перваки. Вот. Ну, теперь только терпение. Все, всем всего доброго. Пока.